Всех приветствую. Сегодня выбрался опять на горку 5 пальцев. Я тут дня 4-5 назад проделал шунгитную операцию. Дело в том, что тут, видать, было когда-то место, но, скорее всего, оно поломано. Сегодня вообще не об этом хотел бы поговорить, не об этом речь. Сегодня ветрено довольно. Я вот забрался в такой гротик, сел. Решил поговорить немного, потому что ходишь, мысли постоянно в голове крутятся, и, наверное, рано или поздно все равно надо их высказать. Дело в том, что, не знаю, может быть, кому-то даже будет это обидно слышать, но дело в том, что многие прошли это, да, в 20-м, в Германии, по крайней мере, началось это все жестко, с вот этим вот баранофикусом. Тут вот не так давно Жан Новосельцев зачитывал статью, где уже как бы таких вот те, кто решил этого не делать, и, ну, в общем, пытаются обвинить. Дело в том, что, ну, как обычно, тут бывает все такое. Все перевернуть с ног на голову. И с этим тут происходит то же самое. Ну, даже речь тоже не об этом сегодня, потому что это все уходит. То, что я понимаю прекрасно, скорее всего, там никто ответственности или единичные случаи, может быть, понесут за это ответственность, а в основном, в принципе, ничего в основной массе не будет. Дело в том, что у меня уже какое-то время вот душа как бы неспокойная, да. И это начало проявляться даже на физическом уровне. У меня вот волнами как нахлобучивает грудь мою, все вот, весь все тело. Я искал в этом причину, думал, ну, может, у меня просто со здоровьем какие-то проблемы начались. И тут это происходит уже какое-то время. Мысли постоянно в голове крутятся, и, знаете, я вспомнил такое, есть выражение, думаю, многие его слышали, пора бы и о душе подумать. И вот, как бы, оно пришло, да, наверное, надо что-то делать уже прямо сейчас. Ну, давайте так скажем, вот я там знакомым, друзьям постоянно об этом говорю, рассказываю. Это, конечно, мало. И если вот вы, у вас знакомые, и вы хотя бы в одном человеке пробудите душу, то это будет уже хороший успех. Если каждый начнет это делать, то, думаю, правда будет за нами. Потому что, когда ты смотришь, как это все быстро развивается и куда нас хотят затолкнуть, то, ладно, я за себя совершенно не переживаю. Мне вот как бы, я сейчас живу как в параллельном мире. Вроде бы вот этот мир есть, в котором я живу, но он сам по себе существует, а я вроде как бы рядышком где-то. И меня это все не касается. Пока, по крайней мере, где-то ты не встрянешь. Я это прекрасно знаю. Ты об этом не думаешь. И вот о таких вещах, насущных каких-то проблемках, пока они, по крайней мере, тебя не трогают. И ты где-то находишься в стороне от этого всего. Но это все движется и с такой скоростью, что, понимаешь, прекрасно. Даже, наверное, может быть, если меня совсем здоровье не нахлобучит, если не я, то моей дочери, моему внуку в этом мире придется жить. Какой это мир?
вы посмотрите, вот фильм же есть, давно уже об этом показали, под названием «Время», по-моему, за 10-й год он был, точно не помню, вроде бы за 10-й год. Я там где-то поищу, я уже вставлял, на когда ездил вот этот кусочек с этого фильма, когда ездил на Огненную гору. И там вот эта вот парковка, где были расчеты карточками, бумажными деньгами и вот этими вот железными деньгами, да, монетами, так скажем. На сегодняшний день там их закрыли, просто металлическими, с нержавейки, заклеили, скорее всего, на какой-то мощный клей, а может быть даже и припаяли или прикрутили, я особо не всматривался, в принципе, мне это было не важно. И рядышком сделали такой маленький паркпляц, где можно все-таки еще на сегодняшний день наличными рассчитаться, но там сделано только металлическими, бумажными тоже не можете рассчитаться. Ну, мое личное мнение, на таких парковках нельзя платить, потому что я не обязан носить с собой эту карточку. И если я не оплатил, то это их проблемы, пускай они потом предъявляют. Скажу, у меня деньги были с собой, я мог заплатить, но у вас почему-то автомат не предназначен для этого. У меня нет времени. У меня нет времени беспокоиться из-за того, как это произошло. Произошло и произошло. Мы генетически модифицированы так, что перестаем стареть в 25 лет. Проблема лишь в том, что жить нам остается всего один год. Если не добудем еще времени. Время стало средством платежа. Мы зарабатываем время и тратим его. Богачи могут жить вечно. Остальные же. Я всего лишь хочу проснуться, имея на руках больше времени, чем часов в сутках. Вот тут на парковке стоит автомат интересный, когда мы туда приехали, и рассчитываться только карточками. Так как я против электронного лагеря, естественно, карточками я практически не пользуюсь. Я только пользуюсь ей в банке, когда мне нужны наличные. И вот это вот все, когда ты смотришь, вот эти вот 15-минутный доступ ко всему, да, это же с той же оперы, да, и все остальное, там на самом деле всего так много накапливается, вот эти вот. И если вы хотя бы, вот возьмите хотя бы одного человека, попытайтесь, но не навязчиво, конечно, где-то подкиньте слегонца информацию ему там какую-нибудь. Это тот же самый фильм, маленький намек такой, куда мы все движемся. А вообще информации намного больше. Я помню, когда начались вот эти карточки, ими только начали рассчитываться, и где-то я уже тогда услышал информацию, куда это все может привести. Мне хватило там 10 минут, наверное, понять, что действительно это все туда и ведет, потому что ты, когда начинаешь проворачивать всю эту ситуацию в голове, как это может быть происходить, то ты прекрасно понимаешь, что да, вот это вот все именно туда. Но это даже еще этого фильма «Время» не было, когда начали карточками рассчитываться. И вот это вот... Я не знаю, как уже. Иногда хочется кричать где-то на каждом углу, но я понимаю, что это бесполезно, потому что глубоко спящие люди, ему хоть там каким-нибудь громкоговорителем в ухо кричи, он тебя не услышит, это бесполезно. Надо какой-то момент подобрать, где-то либо потихоньку информацию подкидывать ему, чтобы потихоньку и человеку где-то зашло. Вокруг я вижу же, как люди рассчитываются на сегодняшний день вот этими карточками, телефонами. Да, сделано для, вроде как бы преподносят для удобства, я согласен. Но с каких пор эти бумажки вдруг стали тяжелыми сильно? Надо быть каким-то культуристом, чтобы носить бумажки и несколько монет в кармане? Нет, конечно. И я наблюдал, как они делают вот это вот ускорение
чтобы когда первое время карточками начинали рассчитываться, видно было, как это долго. Они задерживали очередь сильно, потому что надо вставить карточку, потом скрыть это, чтобы никто, не дай бог, не увидел вот этот номер, и ввести его, и потом только происходил расчет, и это происходило гораздо медленнее, чем наличными. На сегодняшний день они уже это победили. Надо просто карточку поднести. Я смотрю, как они раз поднесли, и все готово. Либо телефон. Вот такая вот у нас туда дорога. Об этом я хотел говорить, и об этом не знаю, как надо говорить. Вот там этот баранофикус, вот этот вот, который я там говорил в самом начале, еще когда только началось, в апреле, в мае, все эти ролики удалили, конечно, понятно. Я тогда говорил еще, хорошо, сейчас вот я скажу так, я сейчас понимаю другую ситуацию. Ладно, я служил в армии, и, допустим, я проходил именно непосредственно эту биозащиту. Я в курсе. Для меня это было все смешно происходящее. Но человек, который, допустим, не проходил ее, с другой стороны, в каждом же фильме, где касается вот этой темы, в каждом фильме показывают, как люди приходят, в какой защите. Везде все это показано, и каждый человек, по идее, должен понимать, как защищаться от этого, да? Но вам преподнесли вот эту вот тряпочку, вот эти жидкости, перчаточки, да, и вроде бы все нормально должно быть. Комедия, в общем, так скажем. Комедия, вот этот театр, но, к сожалению, он продолжается, и я надеюсь, что на сегодняшний день каждый зритель, кто зашел сюда случайно, или вы кому-то этот ролик покажете, что должен до кого-то это донести. И люди заслуживают то, что они принимают. Вот надо так это понимать. Если люди в большинстве своем это снова примут, то мы там и будем, куда нас ведут. Вот это такая на сегодняшний день ситуация. На самом деле информации много, надо только немножко посидеть, поискать. Да, я понимаю, не у всех есть на это время, но тем не менее надо этим заниматься. В противном случае, я думаю, это будет так, именно как в том фильме. Видел ли там районы, да, для таких, район для других. И вот 15-минутный доступ, да, и будут они также вот возьмут вот этот маленький городок, где я живу на сегодняшний день, вот так же разобьют по частям, и потом ты будешь сидеть, куда тебе надо, ты можешь дойти, все необходимое приобрести. Если вдруг что-то не так, твой номер счета закрывают. Машину у тебя, конечно, заберут. Зачем тебе машина, если у тебя все в 15 минутах, да? Сделают вам выезд определенное время. И то, наверное, с разрешения. Вам надо будет, как по-немецки называется, это антрак поставить. Я хочу съездить вот к своему родственнику, допустим, в Кёльн. Или в Гамбург, да? Они посмотрят и скажут: нет, в этом месяце вы не можете поехать. Там слишком много людей будет, вы съездить сможете только через пару месяцев. Ну, примерно такая муть может наступить. И я не знаю, честно говоря, я не знаю, как это доносить до людей. Как можно достучаться до людей, особенно до тех, которые, как их называют, глубоко спящие, да? Биороботы, это ладно, это другая тема, там бесполезно, по-моему. А вот зомби, в принципе, некоторые просыпаются, потому что я вот знаю по собственному примеру, когда ты долго туда потихоньку, ненавязчиво закидываешь информацию. Но главное, чтобы ненавязчиво, не часто, очень редко. И где-то нет, иногда
он послушает или посмотрит, и потом, допустим, через какое-то время ты встречаешься с ним, начинаешь разговаривать, и ты понимаешь, что у человека уже совершенно другие знания, и он воспринимает этот мир немного по-другому, и ты понимаешь, что да, процесс идет, человек меняется. Да, к сожалению, иногда это очень медленно происходит, но по-другому как бы не всегда это получается. Кому-то ты буквально там часик-другой поговоришь с кем-то, и он уже все, он все понял и начал быстренько дальше сам об этом всем интересоваться и начинает сам кому-то это доносить. Но, к сожалению, это не всегда так бывает, поэтому одна мысль только, в каком мире будут жить наши, ваши дети, внуки, вот в то, как в том фильме «Время», или все-таки они будут жить примерно так же, как и мы. Да, я согласен. Я тоже пользуюсь электронными деньгами, я говорил, что я не пользуюсь. Я не пользуюсь карточками, я не пользуюсь телефоном, я им не рассчитываюсь никогда. Карточка это, ну я не знаю, я не помню, когда я последний раз, честно говоря, рассчитывался, но бывала такая ситуация, когда я забыл наличные. Но это до такой степени редко. PayPal я пользуюсь, разговора нет. Дело в том, что тут как ни крути наличные деньги, я как в конверте ему передам. На сегодняшний день нету. В принципе, надо немножко различать, что удобно, а что что-то куда-то ведет. И, допустим, если какая-то вещь очень далеко находится, но она мне очень нужна, и, конечно же, я так оплачиваю электронными деньгами, и я получаю потом посылкой эту вещь, которую мне необходимо на сегодняшний день. Но это же идет уже, да, человек ленивый, и все на этом построено, уже идет до такой степени, что ему надо просто карточку носить в магазине. И многие люди, конечно, жалуются, я слышал такие вещи, что они тратят больше, чем у них есть, потому что они не могут этого процесса контролировать, им хочется купить, и они покупают, а потом приходят, смотрят, а у них уже на счету минус идет, и, допустим, у них стоит там порог какой-то до какого-то минуса, и он уже в этом минусе. И такие ситуации есть. На самом деле просто не надо этими вещами пользоваться, посылки заказывать, какие-то вещи, да, я согласен, это удобно, но другое нас куда-то, по-моему, ведет, куда, ну, я уже, в принципе, сказал. Да, друзья, пока шел на гору, мыслей очень много было, наверное, где-то растерял по дороге, ну, в принципе, наверное, каждый человек должен понимать, что он частичка Создателя, да, и, в принципе, Творец, разумеется. Наверное, может быть, надо свои мысли посылать туда, что вы против вот этого, против вот того, что на небесах происходит, против того, что вот я только показал тут, туман в виде серого облака. Вначале он был коричневый, потом стал серый. Я там даже в ролике не стал говорить, что он уже светло-серый, потому что на видео это уже практически не видно было, но он был еще сероватый такой. Такие вещи происходят повсеместно и разные. Вот, если вы частичка Создателя, значит, вы тоже что-то можете создавать. И ваши мысли тоже материальные. И вы, если думаете, что этого вот там не должно быть, то, думаю, со временем этого не будет, если каждый начнет об этом хотя бы думать. Может быть, как ребята говорят, может, конечно, их можно на фотографии закрасить. Невозможно и это, а этот все равно мысль. Когда вы красите, вы именно об этом думаете, можете просто на них посмотреть и подумать. А самое главное, конечно, постарайтесь
кого-нибудь разбудить. И чем больше на сегодняшний день проснется, тем, возможно, все это хорошо закончится. Я думаю, оно должно хорошо закончиться, потому что должен каждый принять в этом участие хотя бы чуть-чуть, донести до другого. И все, мир изменится, мысли ваши, действия, и мы этот мир в лучшую сторону поменяем. На этом пока не буду прощаться, я еще тут похожу, может быть, еще что-нибудь допишу, может быть, что-то интересное увижу. Я тут, конечно, вот этот мультиметр-то взял, шумгитную работу я тут провел, кстати, забыл сказать об этом. Но это слишком рано, я так понимаю. Но я все-таки взял на всякий случай, потому что прошло да всего-то 4 или 5 дней я назад тут был, когда я снимал вот это вот облачный туман, который накрыл городок наш. Хотя, вы знаете, результат-то есть. Небольшой, конечно, но он уже есть. Сейчас еще раз попробую. Я приходил сюда, было 5-10 милливольт. Ну вот, заряд даже идет. Вот уже с 25 началось. Уже до 40 дошло. Я даже не ожидал, честно говоря, я думал, что ничего тут нету, ну может быть. Но я, правда, на первой померил, там ничего не было. Ну, практически ничего, такой совсем минимум. Буквально несколько милливольт. А тут, смотрю, неплохо. Но эта гора чуть-чуть побольше. Тут я, кстати, и не померил еще. Вот сейчас первый раз мерю. Я забыл. Я иногда забываю, спешу, мысли вот эти в голове целая куча, идешь, думаешь, как бы, ну и результат налицо, я не знаю, может быть даже сейчас я покажу, на ту сторону покладу, переключу туда, чтобы не было голословно, так скажем, ой, даже покажу руки, ой, так, ну-ка, иди-ка сюда, выпал. Ну вот, так, где я? Что-то не вижу нифига сам. Вроде в очках. Да что ты? Отражает солнце как-то. Как бы это сделать, чтобы видно было мне? Не знаю, может вам видно? Мне просто не видно. Может еще монитор отсвечивает? Даем. РСТ. Ладно, я буду мимо смотреть. Что-то я в монитор смотрю. Ну вот 30 есть, да? А было буквально там... вот сейчас до 40 подымалось. Было буквально там... сколько? 5-10 миллионов. Совсем мало было. Сейчас уже больше. Ну, все-таки какие-то результаты есть. Я сейчас, конечно, на обратном пути буду идти через ту маленькую, еще раз где-нибудь так слегка поднимусь и померю. Да, вот еще раз померил, ну немного, где-то вот в этом месте до 20 так милливольт, но это уже не 5-10, где-то чуть-чуть больше, там до 25. Я там в гроте сидел, наверное, поэтому там побольше идет все-таки песчаник, тут много кварца. Дело в том, что почему я забыл, по-моему, сказать, почему я это место решил проделать таким образом. Я тут рядом проезжаю на работу, и, в общем-то, когда... Так, там ветер сюда встал. И когда я еду домой после дневной смены... Блин, я сюда даже могу зайти. После дневной смены... Я, в общем-то, решил сюда ходить, но, померив, посмотрев, что тут и как, понял, что тут нету плюса, тут только минус.
Я решил приехать и все это дело обработать. Вот сделал. Ну, вот сейчас уже не так быстро, честно говоря. Я еще буду за этим наблюдать, конечно. В общем, после работы, когда я еду обратно, после дневной смены, сейчас уже дни стали длиннее, я могу сюда заехать. Сюда ходу буквально от парковки где-то до 10 минут, если потихоньку спокойно идти. Забраться на эту гору или на ту вот первую, в зависимости как настроение будет. И затем спуститься, ну посидеть тут соответственно минут 10, от силы 15, может и 20, опять как настроение будет. И потом спуститься обратно и ехать. Во-первых, подзарядка, если вот все будет вот так, как я думаю. А во-вторых, это очень хорошая гимнастика. Во-первых, лес. Во-вторых, поход в гору. Хотя она не сильно высокая, но тем не менее, когда сюда заберешься, особенно если быстренько идешь, то очень сильно устаешь. Ну вот как-то так. Ладно, пошел я дальше. Ну что, друзья, вот я на 2/3 уже примерно спустился. Честно говоря, не знаю, или от того, что я высказался, моей душе стало легче, или от того, что я там подзарядился, мне стало легче, либо все вместе. Но я себя чувствую намного лучше. Сейчас потихоньку иду дальше вниз. Пойду еще до первой, дойду, там немного поднимусь. Попробую померить еще раз где-нибудь с другой стороны. Я с одной стороны мерил, сейчас с другой стороны. В общем, что я тут проделал? Ну, я прошел тут по... Их так, две они вместе стоят, да, вот так. И получается, я прошел по знаку бесконечности. И практически под каждое дерево все это положил. На эти камушки наши, так скажем, наших помощников. Конечно же, с просьбами. И так далее, со всеми мыслями своими. То, чего я хочу, чтобы тут было. Чтобы было тут все хорошо. Чтобы вот эти люди, которые тут тоже ходят, чтобы они не отдавали, а получали. Ну, пошел я дальше. Да, хочу сказать по мультиметру. Показания все-таки эти не очень точные, да, и... Ну, многие считают там, да ты съел что-то еще и так далее. Это, конечно, их мысли, но со временем можно определять подобные вещи. Не всегда это очень четко и как бы понятно, но более-менее, так скажем, можно разобраться. И там, допустим, я на парковке остановился, вышел возле машины, померил, потом забрался вот сюда, отдохнул. Когда мое состояние примерно дыхание восстановилось на тот же уровень, который у меня было в машине, посидев, отдохнув, я еще раз мерю и смотрю. И, допустим, первый раз я сюда приезжал, это было, как я уже сказал, где-то 4-5 дней назад. Нет, раньше. Это я 4-5 назад дней проделывал, а первый раз я замерял раньше. Максимум было вот 10 милливольт. На сегодняшний день уже, ну вот, наверху просто не в гроте, 20 милливольт. И несколько раз, как всегда, замеряю. Ну, в среднем где-то такой показатель. Ну да, на этой немного поменьше, но опять же, время очень мало прошло. Посмотрю там, не знаю, через недельки две, потом через месяц, скажем так, буду наблюдать за этим процессом, как будет все происходить. Но тем не менее, чуть-чуть есть, буквально там 5-10 милливольт, но тем не менее они присутствуют. Несколько раз померил вот с этой стороны, немного приподнялся, ну до середины примерно, может быть чуть-чуть ниже, но все-таки есть. Наверх я тоже забирался, там было примерно все то же самое, может еще раз надо будет. Ну, в общем, время будет, еще проверю. Все равно я собираюсь сюда довольно часто теперь ходить. И буду иногда с собой брать приборчик и смотреть за этим делом. Ну вот, если человек не знает, лежит камушек маленький под деревом. Очень маленький.
Я-то знаю, что это за камушек. Мы его спрячем, и никто не найдет. И таких тут очень много по кругу в виде восьмерки. Вот в этом месте, ну, с этой точки я снимал вот то облако в виде тумана, которое вот там все накрыло, такое серое было. По поводу вот этих вот небесных подарков. Ну, скажем так, я какое-то время уже начал это проделывать. И как бы они не собираются, их постоянно разносит. Они вот налетают, а потом смотрю, выхожу, а они все рассосались, их куда-то унесло, и над нами небо чистое. Ну, там я ролики записывал, правда, не стал их сохранять, не хотел об этом говорить, но все-таки надо об этом говорить, я думаю. В общем, наши мысли посылаем туда.